В Мартовском районе Актюбинской области возрождают село, которое когда-то опустело из-за оттока жителей. И сейчас в населенном пункте начался обратный процесс. Сюда переезжают новые поселенцы. Кто-то из других сел района, а кто-то из областного центра. Подробности в материале Натальи Сальковой. Елена Буракова одна из первых переехала в Торайгыр. Вместе с семьей она перебралась сюда из районного центра. Говорит, что ей по душе спокойная, размеренная жизнь небольшого села. Супруг Елены занимается животноводством, а здесь есть пастбищные угодья. Мы выросли в поселке, родились, выросли, это наш поселок. Мы никогда не хотели где-то лучше что-то искать. Здесь все есть условия, скот пасти как-то, вот, ну чистый воздух, поселок есть поселок, все равно это прекрасно. Природа. Когда-то жизнь в этом населенном пункте кипела. В советское время поселок назывался Черемушки, здесь было около сотни домов, школа, медпункт, клуб. Позже из-за проблем с питьевой водой сельчане стали покидать насиженное место и поселок опустел. Однако в последние годы люди начали интересоваться жильем в этом населенном пункте. У нас одна проблема – вода. Люди бы, если знали, что вода есть, приехали. Я так думаю. Там, пожалуйста, первый дом, я не знаю, там тоже сейчас смотрим, ремонт делают, кто-то с Мартука. Среди переселенцев есть и те, кто решился переехать в Торайгыр из областного центра. В Курмансайском сельском округе, к которому относится населенный пункт, 31 крестьянское хозяйство. Поэтому у тех, кто переедет сюда, с работой проблем быть не должно. Одна семья переехала к нам из Актюбе, другая из Хлебодаровки. Они занимаются животноводством. Еще есть семьи, которые интересуются возможностью переезда. Проблему с водой в Торайгыре обещают решить этим летом. Скважина, говорят местные власти, уже готова. Теперь планируют приступить к разработке документации для газификации села. Наталья Салькова, Айнадин Булдабеков, Актюбинская область, 24 КИЗ.